Поскольку мы с вами встречаемся первый раз, и фактически сегодня для, по крайней мере, нашей встречи это начало учебного года, то я не думал читать вам какую-то программную лекцию курса. Но я вас ознакомлю потом с тем, чем мы будем заниматься в течение года. А сегодня я хотел бы с вами поговорить по другим вопросам. Вопросам, которые, как мне кажется, имеют немаловажное значение для нас с вами и которые стоит иметь в виду. Знаете, в начале года надо же просто поговорить по душам. Правда же? А не так, чтобы сразу в какие-то заоблачные выси взлетать и откуда потом попробуй достань студента или профессора. Прежде всего, вы знаете, о чем мне хотелось бы поговорить с вами? Вот уже 5 лет. Вы помните, когда в семинарию поступали? Наверное, уже не помните, забыли. Ясно. Это же было так давно, Боже мой. Все уже как сон прошло это. И вот представляете, там сейчас поступили в семинарию на первый курс. Кто они по сравнению с вами? Ну, вы можете хотя бы провести сравнение? Кто они? В армии 2 года человек прослужит, он уже дед. А вы уже не только прадеды, а уже прапрадеды настоящие по сравнению с ними. Я надеюсь, что вы это вполне осознаете, чувствуете и соответствующим образом ведете себя перед ними. И даже если он 2-метрового роста, вы на него смотрите все-таки сверху вниз. Правда, вот каким тут образом, вот это интересно посмотреть, конечно. Это шутки. А серьезно, что я хочу сказать? Вы действительно поступили в академию. Это уже то высшее, что сейчас у нас есть в русской церкви в образовательном смысле. И вот здесь-то как раз очень есть интересный момент. Если с точки зрения мирской, когда человек восходит на более высокую ступень, то он соответствующим образом себя и ощущает, ну, так, как вот я сейчас сказал перед этим, то в христианстве оказывается, я бы сказал, все точно наоборот. Чем больше человека поднимают, чем больше он, скажем так, поднимается по лестнице человеческой, тем более он ощущает, насколько он, скажу просто, насколько он недостоин этого подъема. Святые отцы говорили, что уровень духовной жизни человека определяется степенью его смирения. Ни знаний, ни способностей, ни внешних каких-то положений административных, ни образовательным уровнем, а степенью его смирения. Степень эта, конечно, никому не доступна для познания, кроме как Богу. Но само направление, сама реальность эта для нас не вызывает сомнений. Более того, одним из очень серьезных критериев человеческого достоинства, которое пребывает в данном человеке, как раз является его самосознание. Каким он себя ощущает. Я иногда давал такой коварный совет студентам. Вот вы увидели какого-нибудь, что он действительно умный человек, но вы его терпеть не можете. Что нужно сделать, чтобы он стал дураком? Убедите его, что он очень умный. И как только он убедится, все, ваша победа, он дурак. Причем можно это расценивать как какой-то специфический христианский взгляд. Ничего подобного. Христианство очень глубоко смотрит в природу человека. Ведь это дается, христианцам дается божественное познание человека. Не человеческое, а божественное. И когда мы говорим о таком критерии, как смирение, то мы называем в высшей степени серьезные и реалистические вещи. Это замечательный критерий, по которому мы можем оценивать сами себя.
Меня никто не знает, как я о себе мыслю. Ну, никто не знает. Может, я думаю, что я Наполеон. Но я никому не скажу. Более того, я скажу что-нибудь. Да ну что вы, я паршивенький солдатик. А сам в себе думаю. Бог видит. Это первое. Второе. А оказывается, то, как я о себе думаю, это налагает печать на всю мою душу, на все мое творчество, на всю мою жизнь, на все поведение. Представьте себе, то, как я о себе думаю. Никто не видит, кроме меня и Бога. И оказывается, это определяет в огромнейшей степени, я бы сказал, все направление моей жизни. Так вот, не кто-нибудь, а сам Господь Бог, Творец наш, Тот, Который дал нам бытие, указывает на этот великий критерий. Бог смиренным дает благодать, Бог гордым противится. И вот эти вещи в высшей степени было бы важно помнить, особенно в те моменты, когда вдруг мы волею, как говорят, судьбы, вдруг поднимаемся на какую-то ступеньку на целый миллиметр, нет, микрон, выше, чем другие. Представляете? На целый микрон выше, чем другие. Я вам скажу, такая-то пустота, вот эти все внешние преимущества, это полная пустота, это мыльный пузырь. Скажите, кому бы вы сейчас обратились бы за советом, допустим, по духовной жизни, какому-нибудь там епископу, архиепископу, митрополиту, патриарху, или к той, которую даже сана принять не может, Марии Египетской. Ну-ка, к кому бы вы пошли? Та, которая не смела даже о себе не то что подумать, у нее даже не было и мысли о том, что она хороша или велика. Помните, как долго они за Симой убеждали друг друга, кто кого должен благословить. И это же было не лицемерие. Это было самое искреннее видение своего недостоинства перед другим человеком. Вот, оказывается, этот критерий – великое дело. Он очень важен для каждого человека. Его нужно беречь, как зеницу ока. И, как змеи ядовитые, боятся тщеславия. Уж не говорю гордыни. Это уж, по-моему, и так каждому ясно. Бояться тщеславия, как змеи ядовитой. Она может разложить человека буквально изнутри. Он станет из человека, ну, хотя бы, скажем так, нормального в нашем смысле слова. Он превратится в посмешище бесов, а в конце концов и людей. Всем же в конце концов это открывается. Открывается его тщеславие, его самомнение, его мнение о себе, как говорили отцы. И результат, конечно, для всех очевиден. Почему я об этом говорю, друзья мои? Потому что я совсем недавно окончил академию. Уверен, что недавно? Совсем недавно. В 63-м году. Ну, это же совсем же недавно. Правда, вот не знаю, где вы тогда были. Что-то я вас искал и что-то не мог найти. Вы, наверное, где-то на какой-то планете скрывались, не иначе. Так вот, я помню, совсем недавно поступал в академию и помню, как, что я сейчас скажу, заметьте, не я, а мои товарищи некоторые, как они ходили с поднятым носом, они академики. Ну, не я же, правда же? Только мои, это мои товарищи. Другие, но не я. Я же лучше всех. У меня же такого быть не может. Помню это действительно, как это вот, знаете, как некий ядовитый цветочек, красивенький, ядовит, но нюхни его, и в обморок упадешь. Так вот эта вот вещь, она, к сожалению, коренится в нашей падшей, я скажу, природе. И если сознательно не бороться с этим, а дать напротив свободу развитию этого начала, то человек из человека превращается, а дальше многоточие, но и так ясно,
поскольку сказано слово «превращается». Вот это, друзья мои, первое, что, о чем мне хотелось бы сказать. Вывод отсюда какой очень важный. Поскольку вы уже прадеды, я же вижу, какие у вас седины, так, могучие у вас, доходящие до зелени. Так, то, наверное, вы должны подать пример. Вот, тем, которых вы с высоты величия даже едва-едва замечаете. Вы должны подать пример. Если те, которые по-человечески оказываются выше, не подадут пример тем, которые только ступили, что тогда будет? Какая тогда будет традиция? Тогда это будет не духовная школа, а у меня и слов нет выразить, что это будет. Посмотрите, как они друг перед другом задирают носы. И это младший, посмотри, академики, вот это да! Ничего себе! Пример христианского смирения. Пример христианского поведения. Вы знаете что? Вы учтите, что действительно семинаристы смотрят на старших себя. Там первый класс на второй на третий и так далее. Ну, все смотрят. Естественно, и на академию смотрят, как они себя ведут, что они говорят, как относятся друг к другу. Поэтому очень прошу вас, не ради даже лицемерия, не ради фарисейства, ради Бога, не подайте дурной пример младшим братьям. Вы слышите? Не подавайте примера младшим братьям тот, который бы мог их соблазнить. Помните слова евангельские. Тот, кто соблазнит единого от малых сих, лучше бы ему жернов мельничный повесить на шею и бросить в пучину. Вот, оказывается, насколько серьезна эта вещь. Мы своим поведением можем нанести как вред, так и пользу неизмеримо больше, чем своим словом. Это надо знать, это надо помнить. Не забывать. Вот кто бы только напоминал бы нам, ну, хотя у вас же есть, наверное, кто-то и классный, или наставник, или не знаю, но кто-то, наверное, напоминайте, по крайней мере, друг другу, по-дружески, по-хорошему, когда увидите, что кто-то начинает заноситься. По-хорошему, напомните ему, что ты делаешь. Вот так. Это вот первое, что, о чем мне очень бы хотелось сказать вам. Сидя на одном уровне, не сверху вниз. Если бы я захотел говорить вам сверху вниз, я бы взобрался в лестницу, поставил бы, взобрался бы на кафедру бы. Представляете бы? И оттуда бы вам вещал. Вот тогда бы вы были сокрушены бы, наверное, правда? Сразу все бы стали смиренными. Да. Хорошо, друзья мои. Это вот первый момент. Второе, что мне также очень хочется сказать вам, пока у нас с вами свободное время. Сегодня первые лекции относительно свободные. Я очень был удивлен, когда, читая некоторых святых отцов, а вот вчера так нечаянно открыл книгу «Цветник» священного инока Дорофея. Это просто, я говорю, ну, последнее открыл. И вы знаете, чем я был удивлен? Это постоянным повторением, настойчивым призывом, напоминанием, убеждением читать. Читать кого? Читать действительно тех людей, слово которых поистине было словом благодатным. Читать. Вот если вы откроете эту книжицу «Цветник» священного инока Дорофея, то первая же его глава, ну, главка, там небольшие, первая его глава целиком посвящена этому вопросу.
И какие же только восхваления он не высылает чтению. Он говорит, что чтение святых отцов, называет он так, священного писания. Кстати, скажу вам, что все отцы всегда называли священным писанием, не подумайте только Библию, ничего подобного. Святоотеческие творения, они прямо относили к этому же разряду. По какой причине? Потому что и то, и другое написано под действием Духа Божьего. Когда тот же священный инок Дорофей призывает к чтению, то призывает к какому чтению? Если возьмете, почитаете, то вы увидите, что к чтению не столько, и даже он совсем не упоминает, опусов чисто богословских, какие там дискуссии с арианами, монофизитами, несторианами и так далее. Их очень много. Это было отражение той эпохи, это была борьба за православие. Это все истинно, это все правильно. Но все эти вещи, вся эта борьба, все это богословие, оно, знаете, чем характеризуется? То, что выражается хорошим латинским изречением – «ad hominem» – «к человеку». Лучше сказать, к данному моменту. И вот то, о чем хорошо говорить в данный момент, то будет странно говорить в какой-то другой момент. Спросите, а почему? Ну, почему мы говорим об арианстве, например? Сейчас начнем с вами все изучать, подробно все. Вы скажете, а что, ариан много? Где святые отцы, когда говорили о чтении? Тоже Исаак Сирин, знаете, какие замечательные высказывания. Я вот ничего просто не стал брать в надежде на то, что вы это знаете, и просто я вам напоминаю. Так, когда они говорят о чтении, то они преимущественно и главным образом говорят о чтении святоотеческой духовной литературы. Или иначе, как иногда говорят, аскетической литературы. Я бы сказал, духовной литературы. Оставим уж слово сейчас аскеза, духовной литературы. Какие эпитеты действительно мы слышим в адрес такого чтения? Оказывается, это ставит человека перед его совестью. Вы подумайте, какие мысли. Верно. Чтение, духовная литература ставит человека перед его совестью. Точно. Напоминает ему. Ставит его перед лицом заповедей Божьих. Объясняет эти заповеди Божии. Это чтение литературы действует на человека, когда он читает с благоговением и вниманием, так же, как действует искренняя молитва. Вы слышите? Действует как искренняя молитва. Мы, к сожалению, молиться не умеем, об этом поговорим позднее. Так, чтение аскетической литературы согревает душу, согревает сердце, дает очень много, вы знаете, таких мыслей, ну, я думаю, что вы читали, такие идеи открывает, о которых, которые никогда даже не приходили в голову и, наверное, бы никогда и не пришли. С разных сторон показывает, кто такой человек, показывает действия страстей, указывает на то, как действует добродетель на душу человека, указывает признаки того, чего нужно бояться, к чему нужно стремиться, как нужно относиться к откровениям, видениям, снам, чудесам и так далее. Представьте, вот одна только такая мысль, одна такая вот мысль, приведу в качестве вам ее иллюстрации ее. «Плачущий о грехах своих выше того, кто словом воскрешает мертвого». Попробуйте, скажите сейчас нашему народу, да он скажет, вы что, да нам плачущий о грехах совсем не нужен, а у кого воскрешает мертвого, дай сюда. А особенно, если исцеляет еще, вот нам кто нужен, целители, а не плачущие о грехах, отцы что говорят. Вы только подумайте, какая потрясающая мысль, плачущий о грехах своих выше того, кто одним словом воскрешает мертвых.
Не кто-нибудь ведь, а даже Макарий Великий писал: «Я видел таких, которые усиленно подвязались, достигли получения разных даров, чудотворения, прозрения, и которые затем падали и погибали». Вот эти все дары, оказывается, ничто, когда они не стоят на почве смирения. Я просто привел вам маленькую одну иллюстрацию, как она замечательная. Мы сразу останавливаемся перед чем-то потрясающим, потому что хотим мы или не хотим, а мы же тот же народ, и мы заражаемся вот этим, я бы сказал, ну, прямо-таки языческим исканием чудес, прозрений, откровений, видений, исцелений. И это ищем. То есть чего ищем? Земных ценностей. Земных. Отцы говорят о другом. Все земное Господь готов дать. Вы слышите? Все дать. Любому человеку. Потому что он есть любовь. Вот еще одна действительно мысль. Почему не дает? Почему же не дает? Он же любовь. Почему? По очень простой причине. Был человек, подняли его, лычку еще одну дали, и стал скотина. Бог любит нас, поэтому дает нам максимум того, что мы можем вынести без особого вреда для себя. Вы слышите, все готов дать. Но учтите, все может быть и отнято. Не потому, что Бог мстит, совсем нет. Бог есть истинный врач. Для инопланетянина только было бы странным, вернее, понятным, когда врач делает операцию и режет скальпелем, то инопланетянину понятно, да, этот голубчик насолил вот этому дяденьке белому, в белом халате. Смотри, режет его. А этому, смотрите, дает всякие фрукты, свежий воздух, курорт, все блага. Ох, а этот угодил ему. Смешно? А подумайте, как мы делаем. Бог одних наказывает, а других награждает. Точно как инопланетяне. Как будто никогда и христианство даже не видели и не слышали. Святые отцы пишут удивительную вещь. Бог никого не наказывает, никого не награждает. Он есть любовь и только любовь. И все, что делает, делает к нашему вечному благу. И насколько только это возможно для нас получить без вреда, дает и временное благо, и земное благо. Вы слышите? Насколько это только бы не погубило человека. Так вот, поступая в академию, перед вами открывается, конечно, еще одна перспектива – обучение, познание. Прежде всего, на что нужно обратить внимание? Прежде всего, на изучение святых отцов. Еще раз повторяю, не даже богословских сочинений, потому что очень многие из них, они имели насущное значение для того конкретного времени, но не для нашего. Ну, что сейчас мы будем говорить об иконоборстве сейчас? И изучать все эти детали, все, что было. Боже мой, кто как, кто кого. Да. Ну что? Ну, так, да. Для компьютерной памяти. И только. И только, вы понимаете? Ну что, вот, ну все изучили, знаем, да, вот было это, и что дальше? Ну что, иконоборцев мы видим вокруг себя? В православии, что ли, идет дискуссия, что ли, об этом? Нет же, конечно. Я вас, кстати, и предупреждаю, что очень много тем, вопросов и, увы, времени мы отводим на изучение тех вещей,
которые сейчас не имеют никакой насущности. Никакой. Впечатление такое, что я – это компьютер, который надо вот зарядить туда, зарядить и туда, запихнуть информацию. А компьютер, сколько туда ни запихивать, он останется такой же железкой. Какой был железкой, такой останется. Представляете, вот интересно-то. Сколько туда ни помещай информации, каким я был, таким остался. Человек отчасти подобен компьютеру. Отчасти. В каком смысле? Не в лучшем. Компьютер остается тем же. Мы же, когда получаем знания, нам абсолютно ненужные, так? Мы свою душу захламляем. Она становится все менее способной к духовной жизни. Она становится менее способной к молитве. А без этого что проку от этого верующего богослова, который верит в то, что да, есть Бог, да, был Христос, верю, всякому зверю, даже и ежу, а тебе погожу. Что проку от этой протестантской веры? Святые отцы открывают, и это открывается в чтении, что, оказывается, нужно изучать то, что необходимо, тебе необходимо вот для жизни. Когда вы отправляетесь в поход по какой-то местности, вам нужно туда пройти, вы не знаете, с рюкзаками, так? Допустим, по Архангельской области. Вы начнете изучать, так, а как там на Аляске, интересно, стоят дела? Вам скажут, что? И покажут вам, некий знак дадут тогда этому человеку. Да, ясно. Вместо того, чтобы изучить Архангельскую губернию, так, он в Аляску почему-то отправился изучать. Так вот, и здесь то же самое. Должны быть, как говорят сейчас, приоритеты. Первые, самые важные – это чтение духовной святоотеческой литературы. Самые важные, я вам скажу. Да. Скажете, что читать? Ну, вы знаете, во-первых, у каждого человека есть некие, ну, свои, ну, особенности, которые его гораздо больше его, ну, как-то соединяют с каким-то святым отцом, нежели с другим. Вот. Но, тем не менее, есть вещи, которые обязательно для чтения всем. Такие, как Авва Дорофей, например, Ян Лествичник. Даже назову вам сложные, кажется, вещи, Исаак Сирин. Но оставим сложные. Там достаточно несложного и понятного. Дай Бог питаться этим. Вообще, отцов добротолюбие. Но должен тут сделать еще маленькое замечание. Этих отцов добротолюбия великолепно переложил применительно к нашему времени, вы слышите? К силам современного человека, лучше сказать не к силам, а к бессилию современного человека, святитель Игнатий Брянчанинов. Его бы надо просто каждому иметь себе. Иметь. Но иметь не в том смысле, чтобы поставить в хорошем переплете на полку, а иметь для постоянного чтения. Игнатий Брянчанинов именно велик тем, что он великолепнейший знаток святоотеческих творений, сам уже в 15 лет знавший древнегреческий язык и латинский, сам пользующийся, подчас без каких-либо переводов, святыми отцами, он переложил, буквально переложил, перевел, если хотите, перевел отцов с эпохи древней на эпоху нашу, эпоху мирскую, обмерщенную, эпоху безразличия, эпоху потрясающей слабости душ человеческих. Раньше были сильные люди. Вы почитаете, как они подвязались? Это что-то невероятное. Просто удивительно. Но это факт. Сейчас мы малейшего не можем сделать. Во время пустой лекции какого-нибудь профессора Осипова
не можем хоть несколько раз от души сказать молитву Иисусу, чем слушать там какую-то ерунду. Кто мешает на лекции? Правда? Надо поставить себе задачи. Задачи надо поставить себе. Как можно чаще обращаться к Богу. Мы же верим Богу или не верим? Святые отцы ставят нас со всей силой перед этим вопросом. Веришь ли ты, человек, Богу или только языком мелешь? Если веришь, почему же тогда ты не молишься, интересно? Молитва и есть та связь, религио по латыни, и есть та связь, которая соединяет человека с Богом. Вступив в академию, друзья мои, мы должны обратить на это самое большое внимание. Я вам скажу, что еще просто назову 2-3 книги и поговорим об этом. Я бы очень вам советовал приобрести «Письма ламского старца». Просто, доступно и необыкновенно глубоко и сильно говорит он о вопросах духовной жизни. Игумен Никон Воробьев – это как два брата. Игумен Никон Воробьев и Валаамский Иоанн – буквально как два брата. Только Валаамский был малообразованным человеком, а игумен Никон – высокообразованным человеком. Пишут одно и то же. Они чем интересны? Один скончался в 1956 году, Валаамский. Игумен Никон в 1963 году. Вот они, прям вот они. Они буквально вот это ученики святителя Игнатия Брянчанинова. Они передали этот дух, они эти идеи. Друзья мои, если вы хотите, чтобы Академия стала для вас не пустышкой, не пустым провождением времени, не пустой загрузкой мозгов, как компьютер, а хотите, чтобы это стало временем какого-то хоть маленького духовного опыта, имейте эти книги и читайте в день хотя бы 1-2 страницы. Согревайте хоть немножко душу. Чтение подобного рода литературы согревает душу и равносильно молитве. Верно, действует как хорошая молитва. Так вот, о молитве мне и хочется сейчас сказать вам. Друзья мои, академия должна быть используема для того, чтобы научиться, наконец, хоть немножко молиться. Я прозорливый человек. Надеюсь, никто не сомневается. Вот, и по прозорливости говорю, за семинарию не научились молиться. Кто в хоре стоит, кричит, вопит и так далее, небеса содрогаются. Когда тут молиться? Так, кто там свечи оправляет, кто-то послушание носит, кто вообще стоит и бродит по всему миру своими мыслями? А кто же молится? Так вот, очень важные очень, друзья мои, просто не только важные, а важность первостепенная. Вступив в академию, я прошу вас просто, призываю вас. Вот только начинается. 3 года впереди. Попробуйте, начните учиться молитве. Прошу вас просто, начните. Но для этого надо то, о чем говорил Серафим Саровский. То есть нужна некая решимость. Решимость нужна определенная. Вот в чем дело. Без этой решимости ничего не будет. Друзья мои, сидите на лекции. Так, стоите в храме, идете по улице, кушаете в столовой, легли в кровать. Кто мешает нам? Скажите, кто нам мешает от всей души обратиться к Богу? Недаром святые отцы говорили, что молитва Иисусова – это, если хотите, царица молитв, которая заменяет нам множество вот этих многословных молитв.
Ее можно произнести, ею можно помолиться в любое мгновение, в любом месте, в любом положении. Попробуем? Попробуйте. Напоминаю вам, религия – это не сумма знаний. Слышите? Это совсем не сумма знаний. Религия – это связь человека с Богом. И эта связь осуществляется в молитве. В молитве осуществляется эта связь. Нет молитвы – нет религии. Как бы это нам самих себя бы хотя убедить? Ведь мы же получаем образование, и подчас этой элементарной истины не знаем. Нет во мне религии, если нет молитвы. Нет света до тех пор, пока вы выключатель не нажали. Контакт должен быть. Контакт человека с Богом, души, с этой высшей божественной любовью. Вот когда только начинается религия. Во время обучения в академии, как необходимо приобрести хотя бы маленький духовный опыт. Вот мы поем или слышим, вкусите и видите, яко благ Господь, да, яко благ Господь, пропели и вылетело. Вы подумайте, яко благ Господь. Это же величайшее благо, оказывается. Царство Божие внутрь вас есть. В нашем сердце, оказывается, царство находится. Царство этого блага, этой божественной любви внутри нас находится. Но нужна молитва. Нужно пробивать вот этот каменный мешок нашего сердца, в котором находится Царство Божие. Нужно пробивать. Как хорошо сказали древние римляне, капля долбит камень. Капля. Молитва Иисуса – это капли. Попробуйте, займитесь. Не теряйте времени. 5 лет, я дерзаю сказать, не потеряли ли мы? Я вам скажу, никакого проку не будет от нашей проповеди, никакого проку не будет от наших лекций, никакого проку не будет от нашего миссионерства, если наши слова будут исходить из мертвого сердца, из мертвой души. Мы будем только щекотать умы других людей, но духа не дадим. Дух порождается только духом. И если мы не будем иметь этого духа, горе нам будет. Мы будем пустышками, которые развлекаются только красноречием и больше ничего. Трещать будем, а не проповедовать Слово Божие. Святые отцы молитву называют царицей добродетелей. Это совершенно верно. Потому что без молитвы невозможно войти Богу в нашу душу. Ведь Бог, помните, вот стою при дверях и стучу, и кто откроет мне, к тому войду. Вы слышите? Вот, оказывается, кто откроет мне, дверь нашей души открывается молитвой. Когда мы с своей стороны обращаемся к Богу, вот чем мы можем открыть дверь. Тогда только Бог может войти в нашу душу. Тогда только можем мы принести нужные плоды. Вам промыслом Божиим, вы слышите, у нас случайностей нет. Нет случайностей. Промыслом Божиим вам дается еще 3 года. 3 года дается. Интересно, как мы используем их? Вы знаете, мне очень понравился один пример. Возьмите какое-нибудь драгоценное золотое ожерелье. Цены нет ему. Но сотрите его в порошок
и рассыпьте, разбросайте. Здесь оно ожерелье? Да, здесь. Какова ценность его? Никакой. Нам дается вот это драгоценное ожерелье. 3 года мы имеем возможности здесь пробыть, в стенах монастыря, где самый дух такой приятный, вы знаете, просто действительно благодатный дух. Как действует вот пребывание мощей преподобного Сергия здесь, в этом Троицком соборе просто, какое благодатное просто действие. 3 года мы здесь можем получить совет, мы здесь можем иметь литературу, мы всегда имеем возможность спросить кого-то, мы имеем возможность посещать, отводить время для молитвы такое колоссальное, которое, не знаю, когда-либо будет еще в нашей жизни. Утренние молитвы, вечерние молитвы, богослужения. Не пропустите, не рассыпьте это драгоценное ожерелье вот так, как пыль по мелочам. Иначе пройдут и эти 3 года, и мы опять останемся у разбитого корыта. Вот так. Молитву Иисусу все знают. Надеюсь, все знают. И вот с этого начиная момента постарайтесь как можно чаще. Не забывайте, ради Бога, не забывайте. Вы увидите, какое действительно великое благо, как много эта молитва дает человеку, человеческой душе. Это будет действительно ваше вступление в Академию. Если вы этим не займетесь, я не знаю, куда тогда вы вступили. Не знаю, куда. Так же пролетит, как в семинаре. И все пролетит, и вся жизнь пролетит. И какой прок? Молитвою мы можем приобрести ценности неистленные, вечные. Поэтому постарайтесь и эти 3 года использовать как следует. Пора. Вы уже не салаги, которые только в семинарию. Не забыли? Я же вам сказал, кто вы. Да. Пора немножечко, кажется, подумать. Да и возраст вас уже, я смотрю, прям старики какие-то. Ну, по сравнению со мной, конечно, да. Уже старые все престарые. Вот. Пора уже немножко взяться за ум. Пора. Действительно пора. На самом деле. Уже. Иначе потом будет поздно. Как погрузитесь в суету, женитесь, пойдут дети или еще что-то такое, неважно. Все, голубчик, будешь вертеться, как белка в колесе, и вспоминать, эх, было же время. Ну, и еще об одном хочу я сказать. Это о самом образовании, о самом образовательном процессе и о том, все-таки, что же мы хотим иметь. Мы говорим о богословском образовании. А что такое богословие? Вообще, какой-то, я вам скажу, кошмар произошел в истории христианства. Просто беда. Настоящая беда, настоящая трагедия произошла в истории христианства. Чтобы вы ее поняли, я вам сначала скажу, что богословие – это калька. Калька греческого слова «теология». Перевели его, к сожалению, вот таким вот словом, который, ну, в общем, ничего не говорит. Богословие. Ничего не говорит. На самом деле слово «логос» имеет около 100 различных значений. И если бы уж так переводить бы, не держась буквы, а держась смысла, то надо бы сказать, что теология – это богопознание. Богознание. Вот что такое теология. Богознание. В этом нет ничего нового. А вот то, с чего я начал говорить, и о чем хочу сказать, заключается в следующем. И в дохристианскую эпоху,
И у языческих народов была теология. Особенно замечателен пример здесь греков. Кто там назывался теологом? Вы себе представить не можете. Вы просто улыбнетесь. Гомер, Гезиод. Ну, все те, кто писали о богах. Причем, что не писали, если вы когда-нибудь соприкасались только с этими мифами, с этими похождениями богов, богов, которые наделены всеми страстями человеческими и так далее. Так? И вот человека, который часто просто высасывает из пальца, сочиняет что-то, народные поверья облекает в какие-то, ну, словесные, достаточно поэтические формы. Этот человек назывался теологом. Тот, кто пишет о богах, вот этот теолог. Кто пишет о Боге и о всем том, что связано с Богом, о его действиях, его отношении к человеку, отношении к миру, к природе вообще. Это и есть богослов. Когда возникло христианство, то оно взяло этот термин. Термин «теология» христианство взяло. Теолог. Да. Эти термины были восприняты в лексику христианских авторов. Слово-то взяли, а смысл-то какой придали ему? Совсем другой. Вы слышите? Совсем другой смысл. Какой же смысл? Чтобы понять это, я приведу вам хотя бы слова Иоанна Лествичника. Совершенство чистоты, ну какой духовный, естественно, совершенство чистоты есть начало богословия. Ну, Исаак Сирин, например, душа видит истину по силе жития. Вы слышите? Не по силе напряжения ума, не по силе информации, которую в него зарядили учителя, профессора, того, что напихали в его голову, а по силе жития. Исходят эти мысли, они не являются оригинальными, они все исходят из Евангелия, в котором написано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вы слышите? Христианство с самого начала понятие богословия высветило в совершенно другом смысле. Богословие – это знание Бога, а знание Бога проистекает только из сердечной чистоты. Оказывается, знает Бога только чистое сердце. Бесы знают Бога или нет? Знают они, что Бог есть? Ну, конечно, знают, что Он есть. А как они догматику знают и патрологию, друзья мои? Слушайте, лучше на консультацию к ним сходите. Я вас уверяю, что они знают лучше всех профессоров. Лучше всех профессоров. А кем остаются? Бесами. Все прекрасно знают, остаются бесами. Христианство с самого начала под богословием разумеет не рациональную науку, не то обучение, которое мы видим в науках земных, а обучение духовной жизни, благодаря которой человек постепенно очищает свою душу, приобретает смирение надлежащее, и, исходя из которого, человеку начинает открываться Бог. Видите ли, два есть, ну, не два, на самом деле, гораздо больше видов познания. Это эмпирическое познание, рациональное познание, интуитивное познание, да, мистическое познание, богопознание. Видов познания много. Я хочу сейчас сказать о чем? Что когда мы говорим о богословии,
о богословии в христианском смысле, а не в каком-либо другом, то мы говорим не о чем ином, как о том опытном духовном познании, которое возможно только при изменении, духовном изменении самого человека. Самого человека. Тот, кто не меняется, он не способен, оказывается, постигать. Потому что Бог – это не объективная в нашем смысле реальность. В нашем смысле. Бог – это не объект. Вы слышите? На который можем направить нашу трубу, наш ум, наш расщепляющий рацию. Нет, нет, нет. Подобное познается подобным. Оказывается, Бога мы постигаем по мере нашего уподобления Богу. Поэтому богословами в христианскую эру стали называться только те люди, которые Богу уподоблялись. Церковь их называет изумительно. Знаете как? Слыхали когда-нибудь? Преподобные. Не только подобные, а преподобные. Вот кто богослов. Григорий Богослов писал, например, что как опасно в одежде бросаться в море, это грозит гибелью для пловца, так же опасно пускаться в море богословия, неочищенному от страстей. Вы слышите, какие любопытные вещи, какие важные. Итак, мы видим две реальности. Первая – дохристианская, когда богословом мог стать любой человек, который говорит о Боге. Говорит, пишет, много знает. Вот он и богослов. Христианство отвергло это. Христианство говорит, богослов тот, кто подобен Богу Слову. Вот, оказывается, кто богослов. Мера этого подобия, мера его богословия. Это прежде всего, это самое главное и важнейшее условие. Ну, а теперь, исходя из этого, вы поймете мое, так сказать, вот это восклицание, когда я сказал вам, что произошло с богословием в истории христианства. Богоуподобление – это борьба с собой. Самая трудная борьба. Самая трудная. Лучше я вам не знаю, сколько я вам земли вспахаю, дров переколю, схожу куда угодно, пешком схожу хоть в Киев, хоть в Святую Землю. А победить хотя бы одну страстишку в себе, ну-ка, например, не тщеславиться. Например, не осуждать. Например, не гневаться. Я говорю, например, а победить хотя бы одну страстишку в себе? С чем вы сравните земным? Нет такого земного подвига, который бы был равным этому. Так вот, наш ум человеческий, ум хитрый, ужасно хитрый, как вода, знаете, течет вот ручеек, обратили внимание? И натолкнулся на какую-то кочку. Умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. И потек дальше. Так и здесь. Очень скоро наш ум нашел лазейку. И к чему вернулся? Кто теперь, то есть не теперь, а уже давным-давно, кто кого стали именовать богословами? Например, Фома Аквинский, у которого сумма теологии, зайдите в библиотеку. О, вот это богослов! Вон и писал. И чем больше написал, тем больше богослов. Чем больше степеней, тем больше богослов. Но только не троньте этого богослова. Он как ежик вас уколет всеми иглами своих страстей. В христианстве кому стали давать имя богослова? Страстным компьютером. Компьютер бесстрастен, железка. Человек – страстный компьютер. Он много знает. Доктор богословия, профессор богословия.
Ух, как это звучит! Прям падай в обморок, наверное. А Игнатий Брянчанинов пишет: «А я встречал таких. Доктор богословия, а в Христа не верит». И дальше пишет: «Какого света ожидать от этой тьмы?» Замечательно! Как замечательно! Какого света ожидать от этой тьмы? Видите, друзья мои, я могу это говорить, потому что сам являюсь таким. Понимаете, это тогда можно говорить. Потому что, например, вот когда, допустим, не священник говорит что-то о каких-то, ну, отрицательных моментах священства, человек говорит: «А, если бы ты был так, и верно, как-то оно и неудобно». А когда сам являюсь таким профессором, то могу смело говорить уже. Вот, оказывается, как мы ловко вернулись к чему? К чисто, стопроцентно языческому пониманию богословия и богослова. Кто богослов? А сколько у него написано? Какие у него есть работы? А, ну да, да, да. Да. Сколько? Я, конечно, понимаю, мы не можем заглянуть в душу человека. Это совершенно естественно. Но дело-то не в этом. Никто и не собирается оценивать степень его духовной чистоты. Важно другое. Сам принцип христианского понимания богословия был повергнут. Кто назовет Серафима Саровского богословом? Ну-ка, скажите, вы слыхали ли когда-нибудь? Кто Сергия Радонежского именовал богословом? Ну-ка, покажите мне. Вот как далеко мы ушли. Они-то и есть первые богословы. А не те, кто имеет степени, звания и множество написанных трудов. Вот видите, какая вещь произошла. Она очень опасная, эта вещь. Это надо хорошо понимать. Мы с вами уже не изменим. Машина такая тяжелая, и она в такой находится колее, что уже во веки веков из нее не выйдем. Объязычивается христианство. Объязычивается в полном смысле слова. Этот процесс идет. Он начался особенно сильно, когда Западная Церковь отпала от православия. Особенно сильно. Когда там оказалась полная свобода развитию вот этого рационального, умового, как говорил Феофан Затворник, умового богословия. Вот эта свобода богословствования, к чему она привела, Боже мой? Каким аномалиям? Что мы видим? Эта свобода богословствования привела достаточно скоро к тому, что именуется схоластикой. Чем характеризуется схоластикой? Тем, прежде всего, что богословие изучает проблемы, которые никакого отношения не имеют к спасению человека. Никакого. Материальная или нематериальная природа ангелов, ну-ка? Ох, как интересно! А если материально, сколько поместится на кончике иглы ангелов? А бесов столько же или нет? О, какие важные проблемы! Универсалия сунт реалия или сунт номина? Общее понятие. Реальность или только название? Я вам скажу. И чем дальше, да, очень интересно, кстати, за этими вещами, если так углубиться, да, стоят очень, даже подчас серьезные вопросы. Серьезные, действительно, вопросы. Я вам скажу, только зачем это нужно? Зачем нам, которые отправились в Архангельскую губернию, изучать, что там в Конго творится? Интересно, зачем? Вопрос к богословию схоластическому именно зачем? Зачем это нужно? Там масса вопросов, которые поднимаются. Игра рацио, игра в шахматы.
Если хотите, развлечение, богословие превращается в развлечение, а не в то, ту науку, которая действительно необходима человеку для его жизни. Богословие имеет первостепенную задачу – конкретная жизнь человека. Жизнь – это жизнь, духовная жизнь. Поэтому богословие только то можно назвать действительно богословием, которое открывает человеку путь духовной жизни, указывает ему как верный путь, так и ошибки, дает критерии к распознанию истины от лжи. Это богословие может принести человеку действительную пользу. Схоластика убивает душу, полностью ее расхолаживает. Она уже полностью теряет способность к молитве. Это как правило. Вы учтите. Так как человек, поющий на клиросе, не способен молиться, просто не сможет он, там невозможно молиться, сразу под дых получишь. Вот. Так и тот, кто увлечен вот этим богословствованием, да, то же самое теряет всю способность к молитве. Душа сохнет, и он превращается в соляной столб. Говорящий, конечно. Так что, когда мы говорим с вами о богословии, надо помнить, к чему мы призваны. И было бы очень важно, чтобы сейчас, приступив вот к этому новому этапу обучения, вы прежде всего и основное внимание обращали на те стороны богословия, которые связаны с духовной жизнью человека. Запомните, пожалуйста, что и Откровение Божие, и все святоотеческие даже трактаты о том, кто такой Бог, что такое Троица, и прочие все догматы – это есть только намек. Это есть только намек слепому. Слепой. Он не видит этой красоты. Ему нажимают клавишу. До. Так. Он что? Это красный цвет. Ах, это красный. Ре. А это что? Это зеленый. Теперь говорят, знаешь, красно-зеленый. Да, я знаю, что такое красно-зеленый, да. Вот все истины, которые дает нам богословие. Это только некое условное указатель. Это только некий коридор, в рамках которого мы должны мыслить, говорить и жить. Ну ладно, друзья мои, прозвенел звонок, а вы, наверное, многие ознакомились уже, да, с этим листком. Так что я теперь жду вашей реакции. До тех пор, пока ее не будет, я не сойду с места. Thank you.